Вместе далеко. Такой необычный стартап решили воплотить в жизнь супруги Невинские. Мама Юля, папа Кирилл, два сына Даниил и Платон. И лучший друг собака Эля. Вот и весь дружный экипаж. Машина «Газель» станет домом для целой семьи на несколько месяцев. Мы очень долго думали, много читали, смотрели там всяких видео, отчетов других людей, которые путешествуют. Особенно иностранцы. У них вот это вот некий one life стиль, да, когда люди садятся в автодом и уезжают, и они не путешествуют, они живут так. Мы смотрели, мечтали, думали, блин, как прикольно, как классно, ведь у нас же тоже так можно, тем более наша страна позволяет, и столько мест красивых, и территория большая. Юлия и Кирилл решили бросить все и отправиться в семейное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Муж-инженер спроектировал машину для таких долгих походов, но самое интересное, что сделали ее практически бесплатно. Разные отечественные компании на правах партнерских отношений. Путешествие в стиле One Life стартует уже через несколько дней. Мы поставили зимой дату 1 июня, что мы 1 июня стартуем. Выложили первый ролик на Ютубе и написали о том, что мы уедем независимо ни от чего. То есть, будет ли у нас машина готова, не будет ли. У нас тогда машина была просто «Газель», голый кузов. Вот, скажем так, этого ничего не было. И мы даже не знали, как мы это будем реализовывать. Но я супруге сказал, Юльке, что если что, я за неделю просто пойду на рынок строительный, куплю там досок, сколочу нам какие-нибудь там кровати внутри, и мы все равно поедем. Выйти из зоны комфорта, уйти с работы и отправиться в путь. Только дикая природа, авто и любимая семья. При этом Юлия признается, младшего ребенка, Платону чуть больше года, совсем не страшно брать с собой. Все страхи у нас в голове. Мы, в принципе, рассматриваем эту поездку не как там очередной отпуск, не как просто съездить, отдохнуть и вернуться домой. А хотим попробовать кардинально изменить направление нашей текущей жизни, то есть попробовать именно жить не закрепленно где-то в городе, в квартире, а постоянно просыпаться в разных местах. В общем, наблюдать постоянную смену там картинок, пейзажей. Сейчас в машине Невинских есть все для полноценной жизни. Кухня, душевая кабина, в скором времени плита займет свое место в кухонном уголке. Две вместительные кровати. В общем, фургон мечты. Интересно, что у ребят нет карты маршрута. Они не хотят заранее загадывать. Известно одно, путь будет не близкий. От Рязани до Дальнего Востока. Для всей семьи это формат новой жизни. Они обещают подробно рассказывать о своем путешествии в социальных сетях. Мы также будем следить за увлекательным походом наших земляков. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».